Забегаю как-то утром к одному мужику. А он орёт: «Бля, закройте двери, паучки расползаются! Ловите их, убегут!» И прыгаем по стенам, паучков собираем, пока всех не собрали, не успокоились. А потом я говорю: «Пойдем кудяпликов настреляем, пожарим и съедим». А он орет: «Хочу, хочу кудяпликов». А я говорю: «Кто это?» А там его жена стоит. Он говорит: «Это дьявол. Сейчас, говорит, его убью, а потом отметим это дело». Издалека долго течет река Волга. Встать, суд идет! Бухайте, тогда я иду к вам.